А как шипит? Шапка. Шарф. Шарф. Варежки. Варежки. Штаны. Штаны. Шорты. 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 Корова. Корова. Молоко. Корова принесла молоко. Повторяй. Папа. Папу как зовут? Зе. Женя. Мама Зия. А мама как зовут? Наташа. Мама Наташа. Кука Крисия. А бабуля? Кука Крисия. Черная куртка. Черная куртка у мамы. Отсюда. Да я отсюда, я и тебя заодно захватить. Бабулю как зовут? Бабуля. Как зовут? Ира. А еще есть бабуля? Валя. Че? Ну там они, да. Че, ну другие что перетягивают? Давай на другие пересадим. Сейчас скрипят, тебе не нравится? Не нравится. Да так, наверное, не правее сейчас туда сидеть надо. Давай на эти. Тоже скрипят. Тоже скрипят? Тоже скрипят? Да нет. Тоже скрипят. Давай считать. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодец. Девять. Десять. Сам считаю. А теперь давай. Я один, а ты продолжай. Один. Дальше. Два. Молодец. Три. Сам считай. Правильно. Пять. Молодец. Шесть. Молодец. Дальше. Восемь. Семь. Потом восемь. Дальше. Десять. Молодец. До десяти Дима сосчитал. Умница. Давай еще раз. Сам. Один. Дальше. Два. Три. Четыре, правильно? Пять. Так. Шесть. Шесть. Дальше. Восемь. Семь. Восемь. Девять. Девять. И? Десять. Молодец. Дима, молодец. Ура! Досчитал до десяти. Молодец. Дима считать умеет. А буквы? А. Б. Су. В. У. Г. Я. Как я? Д. А, Б, В, Г, Д. У, Б, В, Г, С. А, Б, В, Г, Д. Мама, у, мама. Сумасшедший будильник называется, да? Подожди. В 2 часа дня он у нас встал, сейчас будем менять. Не менять, а это ставить. Батарейка села. Дима его потыркал, потискал, у него батарейка сегодня села. Так, у нас 6 часов. 6.02. А здесь он показывает 2. Сейчас будем менять время ставить, да, Дима? Дядя. Вот здесь вот запекается перчик у него там.
снеги. Смотрите, как там на улице. А сегодня 22 марта. 22 марта. Смотрите, какой прям снег. Еще никто не прошел, не проехал. Целый день у нас шел снег. Целый день шел снег. И вот занесло 22 марта. Офигеть, просто офигеть. Ну, не сугробы, конечно. Блин, так классно. Сейчас 4 утра уже. Короче, фильм смотрел и просто засмотрелся. Такой прикольный фильм. Так классно там на улице. А, сейчас погулял. Там следы вон. Где? А вот следы. Утро. Блин, у нас утро. Как тут не материться, господи, как? Все в снегу. Плюс к этому у нас это буря, господи, как она называется-то? Метель. Если вы видите, там пролетает она. Метель, короче, вообще. Все снегом занесено. То есть шел вчера целый день, с самого утра. Мы погуляли чуть-чуть. Всю ночь, не знаю, там шел. Я уже не помню, шел, по-моему. И утро сейчас 10 утра, и опять снег. Там, кстати, около деревьев, вот тут вот, ямочки даже. Вот они, ямочки у деревьев. Вот тут тоже. Там. Короче, просто вообще кошмар. Была уже весна, почки уже, даже тюльпаны. Я видела, ну такие не тюльпаны, а как раз таки тюльпанов. Зелененькие, вот вчера буквально видела. Такая холодрыга, я не знаю, мне кажется, они помёрзнут просто. Они уже вылезли сантиметров на 13, наверное, точно вылезли. Ой, не знаю вообще. 23 марта. Я его запомню на всю жизнь теперь.